Компания «Супротен», лидер по производству и продаже строительных материалов в Молдове, отмечает 20-летие присутствия на рынке. По случаю юбилея учредители компании организовали розыгрыши призов для своих покупателей. В этом году в несколько этапов «Супротен» разыграет 4 автомобиля марки «Сузуки». Участников лотереи ждут и другие ценные призы – велосипеды, холодильники, стиральные машины и телевизоры. Первые счастливчики определились в минувшие выходные. Розыгрыш провели в условиях максимальной прозрачности. На розыгрыше присутствовало около 5000 человек. На новом автомобиле домой отправилась жительница села Каланица. Câștigătorul автомобилului este Абаби Маргарета. Маргарета Абаби говорит, что выбрала продукцию «Супротен» за качество. Я начала немножко маленький ремонт и решила пойти в «Супротен». Мне надо было взять товар. Да я даже не знала, что выигрыш какой-то есть. Вот выпал мне счастье, что я выиграла машину. Вот тут я убедила, что это на самом деле никакого обмана нету, никакого... Это все на справедливость. Один из акционеров компании отмечает, что идея провести розыгрыш возникла как благодарность клиентам, которые проявляют лояльность и приобретают товары в компании уже 20 лет. Мы рады создать праздничное настроение нашим покупателям и максимально сказать им спасибо за то, что они все эти годы были ррядом с нами. И это не все. 20 августа, 1 октября и 26 ноября будут разыграны еще 3 автомобиля. Не упустите свой шанс, приходите в «Супротен», покупайте и выигрывайте.